идет о продуктах, об основных продуктах бренда Армель. И сегодня вы узнаете, как же правильно формировать торговое и бизнес-предложение. Я вижу, что сегодня у нас в вебинарной комнате не так много народу. Наверное, это связано с тем, что все уже добираются в Питер, да, но тем не менее я безумно рада всех видеть, кто сейчас находится. И вижу, что это очень обширная география. И также вижу, у нас есть и новички, да, то есть те, кто закрыл и 3%, есть у нас в чате уже и лидеры, которые закрывают 28%. Вот мой наставник Татьяна Клопотова. Танюша, привет! Я вижу и партнеров в квалификации 20%. О чем это говорит, друзья? Это говорит о том, что действительно обучение – это очень-очень важная составляющая вашего роста в бизнесе. Да? Ваш бизнес будет расти именно от события к событию в компании. И вот сегодня такое событие в рамках компании «Армель» по четвергам мы с вами обучаемся. И сегодня мы с вами говорим о бренде, о наших основных линейках. И первое, с чего я хотела бы начать, это с того, что же такое компания «Армель» сегодня. Друзья, меня слышно? Почему мне некоторые пишут, что нет звука? Есть связь? Слышно отлично. Все, все, продолжаем. Итак, что же такое компания «Армель» сегодня? Многие партнеры, когда только-только начинают бизнес, употребляют такие фразы, как «парфюмерная компания», «французская парфюмерия» и так далее. Вот я хотела сразу вас оградить, знаете, в чем? В том, что вы четко должны понимать, что «Армель» – это торговая марка. Это сегодня не просто духи. Компания «Армель» развивает сегодня целых 4 направления, и каждая по себе очень уникальна. Это свой рынок. Рынок очень интересный, очень перспективный, и я сегодня об этом обязательно проговорю, и уверена, вы эти моменты себе уясните. Но скажете вы, да, сегодня много компаний на рынке, и у многих компаний есть ароматы, есть косметика, и чем же мы можем удивить людей, да, что же такое им говорить, есть ли волшебная фраза для того, чтобы преуспеть в нашем бизнесе. Есть у вас такие вопросы в голове сегодня? Поставьте, пожалуйста, плюсики, у кого они есть. Будьте искренни, здесь нет ничего стыдного. Действительно важно именно разобраться. Вот Татьяна пишет, да. Татьяна, вижу, что вы новичок, и спасибо, что вы активно участвуете в обсуждении этой темы. Конечно, конечно, есть такие мысли, да, такие вопросы. Но вот я хочу вам сказать, что, знаете, наша уникальность в простоте. Вот запомните эту фразу, уникальность в простоте. Почему? Да потому что скажу вам из своего опыта, что мы работаем с очень простым продуктом, о котором, в принципе, не нужно много рассказывать, не нужно ничего доказывать, да, делать какие-то опыты. Наш продукт мы можем просто дать попробовать, и человек скажет: «Вау, классно, что это, где это взять, хочу». Но здесь, конечно, нужно понимать, что не каждый прям будет потребителем «Армель», да, все-таки
наши потребительские привычки сильны, и кто-то сегодня уже убедился в своем выборе, а кто-то, может быть, только присматривается к компании. И поэтому вы не должны, скажем так, расстраиваться, да, когда вам кто-то говорит, допустим, нет, или высказывает какие-то сомнения. Ваша задача правильно и грамотно доносить информацию. И смотрите, с чем еще это связано, да? Сейчас в мире мы живем в такое нестабильное время, да, кризисное время. И очень часто возникает ситуация, да, когда повышается курс доллара. Многие американские компании, да, завязаны на этом. В результате что? В результате растет цена на продукт, может быть, он и хороший, может быть, люди привыкли его потреблять, и это тоже, друзья, хорошо, да, но идет повышение цены, а люди, они всегда голосуют рублем, да, и вот в сегодняшней ситуации люди готовы искать альтернативу. А тогда, когда мы с вами предлагаем ему продукт не хуже, чем он привык пользоваться, я делаю на этом акцент, не хуже по качеству. И, конечно, когда мы даем человеку что-то хорошее попробовать и называем ему ценник там в 2-3, а то и в 5 раз дороже, он говорит: слушай, ну классно, все понимаю, но я-то пользуюсь тоже хорошим, но дешевле, поэтому извини, тебе я скажу нет. Но когда вы предлагаете хороший продукт, который отвечает в запросе цена, качество, и вы называете ценник в энное количество раз ниже, вот в этом и заключается тоже уникальность нашего, в первую очередь, торгового предложения и бизнес-предложения тоже в целом, потому что на этом продукте мы еще можем с вами и зарабатывать. Я называю этих людей в категории «умный покупатель». Вот я считаю, что процентов 60-80 в вашей сети будут именно такие умные покупатели. Люди, которые не хотят терять качество продукта и готовы рассмотреть выгодные предложения. А с этим предложением вы выступаете в роли продавца. Друзья, уловили эту мысль? Поставьте, пожалуйста, 5, кто сейчас проникся моей идеей, моей фразой, моей убежденностью, и у кого уже зачесались ладошки, и кто понял уникальность нашего бренда. Супер, 5 много, отлично. Спасибо, друзья, спасибо за обратную связь. И знаете, очень здорово, очень классно, что наша компания делает действительно достойный продукт в категории премиум качества. Скажите, хотели бы вы пользоваться продуктом премиум качества? Я сейчас не беру даже вот наш продукт, да, нашу торговую марку, наш бренд, а, ну, допустим, покупать какие-то вещи эксклюзивные, да, премиум качества по цене Мосмарта. Вот вы, как потребитель, мы же тоже с вами ходим в магазины, да, что-то покупаем. Для вас было бы такое предложение интересным, друзья? Поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки, кому было бы это интересно. Конечно, конечно. Конечно, друзья, и вот именно с таким, вы представляете, от таких, ну, 90% людей, 90% людей, которые хотели бы пользоваться премиумными вещами. То есть я вообще, у нас позиция в семье, все лучшее, да, создано для человека. И почему не для меня, а почему для кого-то? И таких людей большинство. И мы сегодня отвечаем этому запросу. Запросу хотим хорошо, но при этом недорого. И вот мы с вами предлагаем честный продукт по честной цене. И я с убежденностью могу сказать, вот просто положив руку на сердце, что компания «Армель» – это компания, которая сегодня уже, ну, просто обречена на успех. Сегодня не может быть по-другому. Сегодня нам уже не приходится говорить о том, что мы что-то подделываем, да, что мы уйдем с рынка. Такого просто
не может быть, потому что открывается новое количество рынков, да, мы открываем новые представительства, мы запускаем, ну, компании, я просто уже настолько воедино сегодня представляю себя с брендом, что уже говорю «мы», надеюсь, руководство компании меня простит за это, но действительно постепенно становишься, когда проникаешься идеей, да, кстати, идея – это тоже наша уникальность. В разных компаниях, если нету именно этического начала, да, то я думаю, что такая, то есть нету какой-то миссии, я думаю, что такая компания, она в принципе не обречена на успех. У нас эта миссия есть. Компания «Армель» действительно создана для людей, и в первую очередь стоят интересы людей, и поэтому сегодня открываются новые направления, да, сегодня появляются новые продукты, и уже нету внутри каких-либо сомнений, что вдруг чего-то с компанией случится, и я вот сейчас такая приду, заключу договор с компанией, а компания завтра уйдет с рынка, поэтому... Вы должны понимать, в чем сегодня наша уникальность, и мы дальше, друзья, движемся по нашим основным линейкам, и в каждой линеечке я буду вам приводить свои доводы, как с этим продуктом работать, да, и как его предложить. Всем все понятно, друзья? Дайте, пожалуйста, обратную связь, поставьте плюсики. Если от вас плюсики идут, я понимаю, что вы в теме. Супер, супер, Наталья, Татьяна, спасибо огромное. Итак, первый локомотивный наш продукт – это, конечно же, парфюмерия. С парфюмерией стартовала компания «Армель». Здесь вы тоже должны понимать, что парфюмерия «Армель» – это бренд. Большая ошибка, когда вы говорите, что это то же самое, что стоит на полках в магазине, только дешевле. Нет, ни в коем случае. Это бренд, это свой бренд со своей популярностью. И он может либо нравиться людям, либо не нравиться. Так вот, ваша задача – не переубедить людей в том, что это лучше, чем то, чем они привыкли пользоваться. Не обижайте людей в их выборе, которые они делали до вашего предложения. Относитесь уважительно каждому человеку, к выбору каждого человека, да, но наша задача, как людей, которые продвигают бренд, торговую марку, наша задача – дать человеку выбор. Как это сделать? Да очень легко. Вот с парфюмерией, друзья, это просто безумно легко. Вот кто согласен, просто ставьте 1000 в чат, и я увижу, сколько нас таких. На самом деле легко, не надо ничего говорить, не надо ничего объяснять. Когда мне человек начинает задавать кучу вопросов, ну, связанные, знаете, с такими с негативными моментами, например, а стойкие ли, или что-то там копаться в составе, я говорю, слушай, подожди. Вот у каждого у нас, у тебя есть своя кожа, свой нос, давай я тебе брызну, и ты сам или сама убедишься, да? Чем я тебе буду говорить 1000 слов, давай лучше ты сама, ты взрослый человек, сделаешь свой выбор. И парфюмерия – это очень легкий продукт. Я не вижу ваши 1000, может быть, не услышали мой вопрос. Я спрашивала, кому действительно, кто согласен, что парфюмерия – это очень легкий продукт для продвижения, что это локомотив, и что не нужно много чего-то говорить людям и объяснять, а можно просто брызнуть. Вот они, 1000, наверное, была задержка связи. Отлично. Сегодня в нашей коллекции ароматов 90, да, представлены 4 коллекциями. Есть наличие авторских ароматов. И здесь, друзья, это тоже говорит об уникальности. Уникальность именно в авторских ароматах. То есть
именно те, которые есть только в Армель и нигде больше. Конечно, это востребованность продукта. Парфюмерии пользуются, начиная с подросткового возраста, и даже люди уже в зрелом возрасте, в уважительном возрасте, тоже пользуются парфюмерией. Поэтому здесь рынок, он, ну, просто огромнейший, да, и, конечно, это простота продвижения, о которой я уже много вам сказала. И отдельно я хотела бы остановиться на моменте производства, да. Наши крупные производители эссенции – это Франция, Аржевиль завод и Брокарт. У нас теперь еще есть и швейцарская эссенция, поэтому неправильно говорить французская парфюмерия. Да? А у нас бренд российский, у нас разлив производится в России, но эссенция у нас идет от лучших поставщиков. То есть завод Брокарт и Аржевиль – это наиболее крупные поставщики эссенции. И компания не останавливается на достигнутом, она все время улучшает качество, поэтому наши партнеры на сегодняшний день это вот Брокарт и Аржевиль. С этим понятно? Вопросов нет? Если нет, то двигаемся дальше. У матросов нет вопросов, да? Отлично. В чате вопросов нет, двигаемся дальше. Про парфюмерии понятно, да? Следующее крупное направление – это Армель Бьюти. Вот здесь я могу, конечно, много говорить. Это моя любимая тема. Может быть, не только моя, потому что все, что связано с красотой, с молодостью, с внешностью, мне кажется, это, ну, наверное, интересно каждой женщине. И женщине, которая относит себя к категории потребитель, да, которые будут покупать этот продукт, и женщины, которые относят себя к категории бизнес, потому что на этом продукте можно зарабатывать неограниченно. А как вы думаете, почему я так говорю, да? Да потому что рынок красоты – это отдельный емкий рынок, да, я вам уже говорила сегодня, что мы представлены на разных рынках, и каждая ниша – это свой отдельный рынок с огромным потенциалом. Так вот, рынок красоты, друзья, это всегда актуально. Люди всегда хотят быть красивыми, ухоженными, они хотят молодо выглядеть, они хотят быть в тренде, да, использовать какие-то новиночки там декоративной косметики и так далее. И здесь опять компания Армель отвечает этому запросу. Вот главный запрос, и компания Армель в очередной раз дает ответ. Все, что касается уходовой косметики, да, у нас сейчас представлен хороший ассортимент для полноценного качественного ухода за лицом. У нас есть и очищение, да, которое очень важно для лица. У нас есть и пилинги, да, без которых сегодня, ну, наверное, не обходится ни одна женщина. У нас есть дневной, ночной крем, которыми тоже важно пользоваться именно дневным днем, а ночным ночью. Это тема отдельной школы, но тем не менее я вскользь вам хочу проговорить эти моменты. У нас есть шикарная сыворотка с гиалуроновой кислотой, да, тоник, термальная вода, мицеллярная вода. И если говорить сегодня об уходе Армель, это, знаете, это вот как полноценная еда с комплексом витаминов только для вашей кожи. Вот если вы в комплексе используете, вы будете шикарно выглядеть. И опять же я говорю не просто слова, да, я вообще человек фактов и цифр. И вот пропользовавшись косметикой уже, наверное,
около года, да, я стала получать действительно компоненты, комплименты по тому, как выглядит моя кожа. То есть я не хочу хвастаться, но это действительно показатель, да, показатель в том, что улучшается структура кожи. Да, это не происходит быстро, это не инъекция, но результат будет виден позже. И если вот здесь сравнивать два разных продукта, да, то парфюмерия – это эмоция, эмоция быстрая, это продукт более легкий для продвижения. Рынок красоты – это отдельный рынок, но вот здесь, скажем так, более сложный продукт для продвижения, потому что ну, здесь нужно еще потрудиться, да, доказать почему, и здесь важен момент времени, да, что касательно, допустим, состояния кожи. Поэтому здесь важно ваше личное потребление, вот не просто слова. Если аромат достаточно брызнуть и можно ничего не говорить, здесь вы являетесь лицом бренда. Напишите, пожалуйста, в чате, кто пользуется уже направлением бьюти, и можете прям несколько отзывов написать. И когда вы являетесь продуктом своего продукта, то есть вы являетесь потребителем данного бренда, тогда люди вам уже верят, знаете, на другом уровне. Они видят вас, ваш показатель, и это рождает лояльность к бренду. Так, звук у всех прерывается. У меня, в принципе, интернет отличный. Давайте на всякий случай проверим связь. Поставьте. Так, клиенты в восторге. Да, в восторге от кремов. Все нормально. Друзья, у кого звук прерывается, вы просто перезайдите. Звук отличный. Все, я больше тогда на этом не зацикливаюсь. В чем еще уникальность вот этого направления, да, направления косметики, это премиальное качество. Вы знаете, мы были, по-моему, это было прошлое лето, да, на школе ключевых лидеров, где выступали эксперты в области красоты. Мне всегда интересно мнение со стороны, что скажет человек, который, ну, скажем так, не заинтересован, да, в продвижении бренда. И бьюти-эксперт, она очень высоко оценила состав наших кремов. Это действительно премиальное качество. Вот когда мы смотрим на ценник, да, там до 1000 рублей, можно посомневаться, что там за 500 рублей может быть классный крем для век, да, или там, ну, я сейчас в среднем говорю, то есть не подумайте, что это прям... А то новички могут подумать и искать крем за 500 рублей. Но до 1000, да, то могут быть сомнения. Но когда вы начинаете пользоваться, это действительно нечто уникальное, невероятное и создано именно с заботой о вашей коже, да, скажем так. Великолепный состав. Несмотря на то, что, опять же, бренд российский, у нас используются качественные, дорогие ингредиенты, которые добавляются в наши крема. Поэтому вы будете удивлены, да, тем, как ваша кожа будет вас тоже благодарить. Все наши средства сделаны на основе гиалуроновой кислоты. Это тот компонент, который, в принципе, содержится в нашей коже, он просто вымывается с годами. И восполнять его можно либо через крема, но крема должны быть хорошие, то есть они должны работать на вашей коже. И здесь Армель опять отвечает этому запросу. Либо это будут со временем инъекции. Инъекции – это дорого, это небезопасно, и это еще и больно. Поэтому выбор за вами. Я сделала свой выбор и безумно довольна результатом. Поэтому вижу, что многие из вас уже пользовались. Кто еще не пользовался, обязательно попробуйте данную линейку. Ну, а мы движемся дальше. Следующее, вернее, это же направление, да, Армель Бьюти, это декоративная косметика, которая вышла совсем-совсем недавно, но я уверена, что она покорила сердца многих девушек,
и клиентов, и партнеров нашей компании. Это действительно премиум качество. Я вот, опять же, да, я люблю примеры. Сейчас перед поездкой в Санкт-Петербург, естественно, готовилась, да, где-то делала маникюр там, с волосами и так далее. И, понимаете, мастера в сфере красоты замечают и спрашивают, делают акцент на моем лице. Они говорят: слушайте, видно, что у вас очень качественная косметика, у вас все так классно лежит, идеально. И вы знаете, мне не составляет труда сразу рассказать, чем я пользуюсь. Да? Я предлагаю, естественно, протестировать. То есть, опять же, уникальность в чем? Уникальность в простоте продвижения, в том, что вы, в принципе, можете пользоваться сами хорошим продуктом по честной цене, потому что если сравнивать аналоги того качества, которым мы можем сегодня пользоваться, это будет, ну, в три, в раза в два, в три точно дороже. Вот. Очень классные текстуры, которые ложатся. Вот вам, как профессионал в области визажа, могу сказать, что это действительно профессиональный уровень, да. Это судится по структуре той же, допустим, пудры, теней, румян, потому как они ложатся, потому как они распределяются по лицу. И здесь, опять же, качество на высоком уровне. Очень полюбила я помады. Просто, ну, шикарные. Вот кто пробовал помады, я еще не слышала ни одного тоже негативного отзыва. Какие-то возражения могут быть. Вы можете посмотреть школу, которую я тоже давала по запуску бьюти-линейки, и вы поймете, как с этими возражениями работать. Сегодня я, к сожалению, не успею проработать эти возражения. Сразу скажу, что они есть и будут, но вам просто нужно правильно, грамотно с этими возражениями работать. То есть по рынку бьюти, по рынку красоты мы с вами тоже разобрались, в чем уникальность, простота и бизнес-предложение. Я надеюсь, вы тоже себе уяснили. Это просто огромный рынок, и вы можете при вашем желании частью этого рынка просто завладеть. Компания Armel дает сегодня эту возможность. Следующее направление – это направление wellness. Здесь тоже можно отдельно говорить о таких фактах, как, смотрите, в этой линейке, да, собраны продукты второй необходимости. То есть даже если кризис, да, люди все равно что делают? Чистят зубы, они все равно моют волосы, они моются и так далее, да? И вот здесь опять же вопрос, что мы можем предложить нашему конечному потребителю? Я думаю, мало людей, которые привыкли пользоваться хорошим качеством и в кризис готовы взять себе, ну, что-то, вернее, подешевле хотят, но попроще в качестве не хотят. Это все равно, что после Мерседеса, да, пересесть на Лада Калину. Ну, вряд ли кто-то бы это захотел сделать. И здесь мы опять попадаем в десятку. Почему? Потому что мы предлагаем, опять же, премиум качество по доступной цене. У нас шикарные парфюмированные гели, которые всегда нужны и летом, и зимой, и в дождь, и в холод, да. У нас есть шикарная уходовая линейка за волосами. Опять же, та же зубная паста, без которой не обходится ни один человек, да. И все это собрано в линейке Wellness. И здесь, опять же, вам поможет формировать вот это ваше торговое предложение именно тот момент, как наличие личного потребления. Я могу бесконечно долго рассказывать вам о том, какие замечательные наши продукты и так далее, да, но
Вам важно, чтобы у вас сложилось ваше личное потребление о продукте, потому что все мы индивидуальны, особенно очень индивидуальны в выборе, допустим, того же шампуня, да, и так далее. И здесь важно попробовать. Вот когда вы попробовали, у вас сложилось вот это понимание, да, сложилось ваше представление о вашем об этом продукте, вы тогда уже с легкостью о нем говорите. То есть, опять же, линейка Wellness – это как дополнительная линейка к нашим локомотивным продуктам. Когда у вас есть уже лояльный покупатель, клиент, допустим, на той же парфюмерии, вы можете рассказать о том, какие у нас есть еще дополнительные линейки, дать попробовать, либо сделать какой-то подарок за покупку. Кстати, у нас в компании есть шикарные пробнички, да, миниатюрки, шампуни кондиционера, тех же кремов Body Mix, тот же гель для душа с бальзамом для тела. Это будет очень приятно для вашего клиента, и таким образом он пробует продукт, и уже в следующий раз он становится потребителем, ну, уже нормального объема. С этим, надеюсь, понятно, и мы с вами двигаемся дальше. К этой же линейке относится спа-коллекция. Спа-коллекция, я считаю, это тоже такое отдельное маленькое направление в направлении, да? Что такое спа? Да? Спа – это наслаждение. Наша семья очень любит бани, сауны, такой отдых. И когда я в какую-то сауну беру наши скрабы, когда я прохожу, допустим, потом в зону бассейна или там выхожу в душ и захожу обратно в парную, всегда пахнет скрабом Армель. Это шикарно. То есть на вашей коже остается очень долго аромат. Ваша кожа, она очень бархатистая на ощупь. Что говорить, шикарное качество, опять же, премиум качество. И, кстати, цена здесь опять радует. Вот согласна все, кто пишет отзывы, что спа-коллекция Шикардос, полностью согласна. Соль для ванны – это релакс, да? Масло для тела – просто нечто невероятное, очень быстро впитывается, и даже летом можно нанести масло и через минуту уже идти на улицу, то есть к вам не прилипнет одежда, но при этом, говорю, кожа будет в очень ухоженном состоянии, вам будет приятно самим, как мужчинам, так и женщинам, к вашей коже приятно прикоснуться, да, и, ну, летом часто бывают и какие-то выезды, да, мы куда-то ходим к друзьям, в те же бани и так далее, берите с собой спа-коллекцию, вы увидите, как растет ваша потребительская структура. Вот. Двигаемся дальше. К этой же линейке относятся напитки. Здесь мы опять попадаем в тренд. Почему? Потому что сейчас очень многие, да, следят за здоровым образом жизни, занимаются спортом, употребляют витамины, биологически активные добавки. И вот напитки VitaFit и VitaEnergy – это сочетание, да, движения, умственной активности, витаминов и так далее. Поэтому здесь мы можем напитки употреблять и, опять же, когда ходим в спортзал, мы можем их употреблять в период заболевания, то есть с этими напитками легче протекают все процессы, потому что, опять же, состав уникальный и цена опять радует. Кто пробовал напитки, я надеюсь, что вы со мной согласитесь и поддержите меня. И отдельно хотела бы вам рассказать про кофе. Вот кофе я отношу к продукту наравне с ароматами. Вот я считаю, что кофе – это такой же локомотивный продукт,
как аромат, потому что это эмоция, это очень вкусно. Много людей, которые пьют кофе, которые хотят пить качественный кофе, а наша уникальность еще и в том, что мы выходим с новой технологией дрип-пакета, да, которая скоро, ну, просто станет неотъемлемой частью нашей жизни. Вот опять же, мы улетаем в Питер, и, как вы думаете, я во все кармашки сумок везде кладу наш кофе в дрип-пакете. Я уверена, что уже на борту самолета я приобрету новых либо клиентов, либо партнеров, потому что я заварю кофе, и обязательно рядом сидящие спросят меня, а что же это такое? Я с удовольствием об этом расскажу. Кстати, это тоже бизнес-инструмент, потому что это можно делать как подарок за покупку, это можно предлагать как комплимент для любых предпринимателей, которые работают в сфере услуг, да? Это всегда можно носить с собой, дать попробовать, и продукт сам себя продаст. Что касается кофе, кофе – это собственное производство, у нас запатентованная технология обжарки зерна, да, свой уникальный помол, и все это дает сохранить именно тот оригинальный вкус, ну, то, что мы сегодня сейчас имеем, да, то есть разные вкусы, полезный кофе, интересная технология и, конечно же, цена. Так, в чате поступил вопрос, какой я ношу аромат. Неля, у меня нету любимого одного аромата, потому что у меня целая коллекция. Мне нравятся ароматы в зависимости от времени года, в зависимости от настроения, в зависимости от случая. И в этом, я считаю, есть тоже своя уникальность, потому что мы можем пользоваться достаточно широкой линейкой, да. Ну, раньше я могла себе позволить один аромат там на полгода, а то и год, в связи, да, с финансовой ситуацией, не могла я себе больше позволить. И, честно говоря, это была мечта — иметь много ароматов, и сейчас у меня целая полочка. Но если говорить сейчас, мне безумно нравится 159-й аромат, я уже использую третий флакон, и он мне еще не надоел. Чередую его со 106-м, 148-м. 104-й всегда ношу в сумочке, это моя фишка для бизнеса. Вот, ну, будет интересно, можете в личку написать, я вам еще отвечу. Все 90 нет, наношу, потому что половина из них мужские. Ну и, в принципе, есть ароматы, которые не под мой вкус. Вот. Надеюсь, что ответила на ваш вопрос. А вот могу сказать про кофе. Кофе у меня фаворит – это черешня, апельсин и миндаль. Вот это мои фавориты. Ну что, двигаемся дальше. Вы, кстати, можете писать в чате, какой вкус кофе нравится вам. Вот, ну, мне тоже будет интересно посмотреть, какой же, может быть, лидирует, да, вкус. Следующее направление – это экопродукция для дома. И здесь, друзья, опять мы заходим в определенную нишу, да. Что уж говорить, сейчас многие люди начали задумываться о том, чем они пользуются, да, какие химические бомбочки стоят у них под ванной комнатой. Я не побоюсь сказать именно химические бомбочки, потому что те средства, которые содержат хлор, да, фосфаты, в приличных странах уже давно запрещена хлорка, да. Я не хочу ни в коем случае обидеть нашу страну, я ее безумно люблю, я фанатка, но тем не менее, если касается что-то здоровье моей семьи, вот здесь я выскажу категоричное мнение. Я скажу, что когда мы готовились к рождению первого ребенка, мы
полностью убрали всю химию из дома и заменили ее на экопродукцию. А таких семей, опять же, сотни, да, вы просто представьте, сколько даже вот просто, не знаю, в девятиэтажном доме квартир, и везде есть дети, да, и очень часто сейчас на различные средства у людей возникает аллергия. И здесь что? Мы можем предложить решение проблемы. Опять же, смотрите, линейка для дома – это не такая простая линейка в продвижении, как ароматы и кофе, но, опять же, мы же общаемся с клиентами, да, мы ходим друг к другу в гости, мы выявляем какие-то потребности, и здесь, ну, лично я всегда предлагаю решение проблемы. Вот у кого есть маленькие дети, вы все гуляете, допустим, на площадках, общаетесь, мамочки, да, с какими сталкиваетесь проблемами, предложите попробовать. Дайте попробовать наш гель постирать, пригласите к себе подружку в гости на чашку чая и предложите ей помыть посуду нашим средством. Опять же, да, это экопродукт, который заботится о здоровье, плюс обладает очень хорошими качествами именно в плане, ну, тому, что чему должен соответствовать продукт. Да? То есть если это гель для стирки, он классно стирает. А если мы говорим, допустим, о гранулах для устранения засора, кстати, тоже шикарное средство, наглядно видно, как это действует. Куча домов, которые страдают именно засорами, а мы сейчас летом еще живем в загородном доме, и я постоянно использую наши гранулы, и, ну, просто безумно довольна. Вот, запись, Ирин, я поставила на запись, если технически ничего не собьется, то запись обязательно поделюсь. Вот, кто из вас пользуется Green Bubbles, напишите, пожалуйста, плюсики, а кто не пользуется, поставьте, пожалуйста, минусы. Вот, смотрите, на следующем слайде, в принципе, видно, почему мы можем отдать предпочтение эко-линейке, да, потому что на более чем на 90% эта линейка имеет натуральные вещества, да, потому что не содержит фосфатов. То есть у нас в линейке содержатся ПАВы на растительной основе. А наши средства безопасны, то есть средством для мытья посуды мы можем мыть даже детскую посуду и фрукты, которые обрабатываются специальными, да, средствами, чтобы они были красивые, и лучше хранились в процессе транспортировки. И я считаю, что в этом тоже уникальность. И здесь сегодня люди тоже готовы заменить, да, какие-то средства, которые, ну, стоят дороже по цене, и отдать свой выбор в предпочтение нашей линейки. Но, опять же, нужно потреблять самим и давать выбор. Здесь не такой быстрый, легкий эмоциональный продукт. Знаете, друзья, я не увидела ни одного минуса, и меня это очень порадовало. Действительно, сегодня наши многие партнеры уже не представляют жизни, да, без Green Bubbles. А теперь подумайте, сколько еще людей, которые просто даже не знают о существовании данного продукта. Поэтому после сегодняшнего вебинара у вас есть, ну, просто непаханное поле для работы. Согласны со мной? Пока вы пишете, что согласны, уверена, что согласны, я хотела бы дальше поделиться новостями, которые связаны с летним месяцем июля, которые, конечно же, завязаны на наших постоянных линейках, о которых мы сейчас говорили. И у нас с вами сейчас, ну, просто уникальный бизнес-инструмент в наших руках. Здесь мы тоже можем с помощью акций формировать наше уникальное бизнес-предложение, потому что я считаю, что компания нас сейчас, ну, просто балует наличием акций. То есть летом, в сезон, скажем так, не продаж, когда люди жалуются на спад,
у нас есть отличнейший инструмент, который может поддержать наш бизнес, который дает нам возможность стабилизации нашего результата и даже роста. И давайте проговорим об этих акциях, чтобы быть в курсе событий. Итак, первая акция. При покупке двух наборов «Арома 3», да, это наши уникальные наборчики из трех ароматов по 10 мл, вы получаете антиперспирант на выбор. Я считаю, очень классная акция, потому что «Арома 3» именно, ну, идея, да, легко его продвигать летом, потому что это разные ароматы маленького формата, удобно брать с собой. Опять же, это помощь в поездке, не надо брать там три любимых аромата больших, взяли по 10 мл и все тут, да. И плюс мы в подарок получаем антиперспирант. Это тоже уникальный продукт. И кто еще не пробовал его, самое время попробовать, потому что летом, ну, этот продукт очень-очень-очень необходим. Кто будет участвовать в этой акции, ставьте десяточки. Следующая акция. При покупке трех разных ароматов из коллекции «Амплуа», вы получаете четвертый аромат в подарок. Вот здесь я бы предложила вам задуматься. Почему? Потому что, во-первых, смотрите, продав три аромата «Амплуа», мы зарабатываем 3000 рублей, плюс мы получаем четвертый аромат в подарок, а это при продаже 2500. То есть, выполнив акцию «Амплуа», мы сразу с вами можем заработать 5500 рублей. Друзья, задумайтесь, а ведь эту акцию мы можем выполнить с вами не один раз, а можно выполнить 2-3 раза и так далее. Кому нужны деньги, я считаю, это, ну, это просто мега-инструмент. И как этим инструментом пользоваться? Да нужно просто направо и налево показывать наши ароматы. Это делать очень просто. Опять же, вы можете выполнить эту акцию, получить, например, какой-то аромат в подарок, там тот же 154, 159, который просто хиты продаж, и пустить его в работу. Вот у меня кто-то спрашивал, как я использую 104, да, именно для бизнеса. Я всегда этот аромат рекомендую новичкам по акции новичка, чтобы взять в работу и брызгать его направо-налево. На визитке, как ароматизатор денег, эта визитка работает от 2 недель до месяца в кошельке у человека, и таким образом продукт продается сам. Точно так же вы можете не вкладывать, да, в бизнес, там, допустим, 1500, чтобы ну, купить аромат и пустить его на тестирование, а вы можете это получить бесплатно акцией, плюс вы также заработаете на ароматах, которые продадите, и по статистике, друзья, 100 раз брызните этот аромат, именно 20 человек захотят тот же самый. Поэтому я думаю, что это шикарное вложение, да, вложить 1500, а потом получить 20 заказов на этот продукт. Да, Наталья, именно для этой цели я использую 104-й аромат. Ну, это вот мой опыт, моя, скажем так, фишка. Но у нас очень много хороших ароматов. И третья акция. Третья акция. Если для визиток, Татьяна, смело берите 104-й, вообще не прогадаете. Смотрите, третья акция. При покупке трех разных ароматов из коллекции «Классика» вы получаете парфюмированный бальзам на выбор. Тоже очень классно, потому что вы можете использовать бальзам сами, вы можете его подарить. У него тоже очень классный состав, его тоже не чувствуется на теле, он очень быстро впитывается, он еще и парфюмированный, да, и вы можете подобрать его, скажем так, попасть в аромат, да, и тем самым аромат ваш будет еще более насыщенный, более стойкий. Ну что, друзья, как вам акции? Кто будет участвовать в этих акциях хотя бы в одной, а лучше в трех?
Вот, пошли от вас, супер, супер, отлично, отлично. Конечно, если мы говорим о бизнесе, это шикарные бизнес-инструменты, их нужно использовать, да, не просто говорить, а именно использовать в плане потребления. То есть ароматы продаются когда? Когда вы их просто начинаете брызгать. Если вы взяли ароматы и положили на полочку, они, конечно, продаваться не будут. Поэтому акции – это наш бизнес-инструмент, о котором мы именно сегодня говорим. Да? Как продвигать продукт, в чем его уникальность и в чем выгода нашего бизнес-предложения. А вот она вам выгода. Выгода очевидна в плане денег и в плане продукта. Отлично. Елена пишет, акция «Огонь», уже участвуем. Супер. Конечно же, наша акция с июльским марафоном по рекрутингу, ну, просто заставляет вставать и хлопать в ладоши, потому что у нас повышенный рекрутинговый бонус, да, он составляет 700 рублей за каждого партнера в первую линию. И могу сказать, что я уже дважды поучаствовала в этом марафоне, и, естественно, на этом не останавливаюсь, потому что чем больше вы регистрируете партнеров, тем больше ваш доход. Зарегистрировали 10 человек, получили 7 тысяч, зарегистрировали 20, получили 14 тысяч и так далее. А прибавьте еще к этому доход с акций, о которых мы сейчас проговорили, ну, это просто... Ну, просто нечто. То есть сегодня есть все для зарабатывания денег. Акции, специальные предложения. И, кстати, новичок-то в этой ситуации тоже выигрывает, да, потому что помимо нашего клатча с ароматами человек получает еще и пачку кофе. И у меня сегодня новичок пишет мне, что получила папку и кофе. И, ну, просто там радость и счастье. И смотрите, опять же, да, человек, получив подарок кофе, он что, он имеет возможность попробовать этот продукт, попробовать это качество, попробовать эту технологию и уже просто начать завоевывать этот рынок. Все идеи уловили. Кто за активный рекрутинг в июле? Поставьте, пожалуйста, сотки. Кто хочет побить все рекорды по рекрутингу в месяце июля? Ох ты, супер, супер! Много таких людей, безумно рада, вижу и своих партнеров, просто вообще мега огонь. Классно, классно, классно. Ну и в заключение, друзья, хочу вам сказать, что события компании – это бизнес-продукт вашей сети. Вы прям запомните фразу – это бизнес-продукт. У нас есть продукты, да, которые мы потребляем, продуктовая линейка, а есть бизнес-продукты. Вот ваш бизнес, он будет расти только от события к событию. Верите вы в это или нет? Понимаете вы это или нет? Но вы просто должны запомнить эти вещи, если вы хотите результат. Вы просто примите это как данность, как, я не знаю, какую-то теорему, которая действительно уже доказана и которая работает на практике. Наверное, у меня бы не было такого результата, если бы я пропустила какое-то событие в компании. Вот с момента регистрации в компании до сегодняшнего дня я не пропустила ни одного центрального события компании, и могу сказать, что в этом тоже секрет успеха. Поэтому те, кто хочет действительно в этой индустрии не просто, вот знаете, попробовать там чуть-чуть поделать и сказать, да, все это ерунда, не получилось, кто действительно хочет прорыва, я вас просто вот приглашаю на премиум 2019, это главное событие года, это день рождения компании. Здесь мы получаем заряд эмоций, заряд убежденности, много новостей, награждений. И, конечно же, не обходится без обучения. И вот спикером на данном мероприятии в октябре, да, будет специальный гость, бизнес-тренер,
мощный вообще лидер, вернее, оратор по лидерству Радислав Кандапас. Мы уже однажды были на его тренинге, но это просто непередаваемое ощущение. Тренинг был по лидерству. Вот. В этот раз уверена, что будут говорить очень важные вещи касательно бизнеса. Поэтому тоже важно принять решение, купить билет, потому что мест не так много, успейте купить билеты. Вот, ну а уже завтра наша семья отправляется на очередное событие в Санкт-Петербург. Будет много новостей, будут сторисы, пополнимся информацией. Этой информацией потом будем делиться с вами. Со всеми, с кем встретимся в Питере, ждем встречи. Друзья, спасибо, что этот час провели со мной. Надеюсь, что я была вам полезна. Всем до связи, всем пока.